Ну и еще Коми получит почти 9 миллионов рублей из федерального бюджета на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам за выявление у населения онкозаболеваний. В частности, в период диспансеризации и профосмотров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего на эти цели регионы получат более миллиарда. Для нашей республики вопрос своевременного выявления онко очень актуальный, потому что заболеваемость продолжает расти. На сегодня число заболевших онкологией выросло. Но здесь нужно понимать следующее, что появилась новая аппаратура, появились новые учреждения, которые работают в системе выявления онкологических заболеваний. И, соответственно, выросло количество вовремя выявленных онкологических заболеваний. Поэтому показатель заболеваемости, он растет. Он растет не только в Российской Федерации, не только в Республике Коми, он растет во всем мире. А вот мы, наконец, 2014 года переломили ситуацию смертности, и смертность снижается от онкологических заболеваний. При этом, по сведениям Комистата, каждый шестой житель у нас, увы, умирает именно из-за онкологии. В связи с этим Минздрав по поручению главы сейчас занимается переоснащением медицинских организаций, которые оказывают помощь таким пациентам. На эти мероприятия выделено 1,5 миллиарда рублей.